центр города. Покажите меня. Меня покажите, как я выгляжу. Не, как я выгляжу. Давайте тогда сделаем так. Да. Давайте сделаем так. Как же без этого? А то никому было бы не интересно. У вас очки упали, женщина. А вы подымите. Не, я не хочу. Подымите. Сними. Ага. Есть видео? На, поснимай меня. Дядя сюда. Снимай. Я не умею, все, забей. Где у тебя нажимать? Уже идет. Ага. Ну куда вы заходите? Вань, давай, выходи. Ничего. Это некоторые нюансы работы. Да, меня еще спрашивают, почему я дешевую камеру с собой ношу. Потому что дешевую камеру не жалко
Вышеуказанная серия в настоящий момент сейчас будет переписываться в присутствии понятых и заниматься в новоскорый отдел и направляться. Саш, ответь на такой вопрос. Вот, ну, третий раз вы представляете. Штраф второй раз не платится. Вот что мы в такой ситуации... Не платится потому, что сам процесс наложения штрафа длителя, он занимает иногда до месяца, потому как пока протокол заходит в суд в течение 10 дней, пока он расписывается на судью, и как судья его рассматривает. В принципе, задаю вопрос, в принципе, указанные граждане, которые здесь работали, которые привлекались к ответственности, проплачивали установленные срок, первый штраф. Mm-hmm. Второй еще не просто не получили на руку уведомления. Ты так думаешь? Я так думаю, я уверен. Потому что протокол в настоящее время находится в суде. Второй. Mm-hmm. Сегодня мы составляем третий, так же самое его направляем. Но наша цель — профилактика правонарушений и недопущение, так как правонарушение. Вышеуказанный объект находится в центре города. И здесь больше всего, что даже возможно, нарушается режим работы. Ну, на сегодняшний день мы видим, что довести про режим работы в вышеуказанном объекте нет. Так что надо первые два раза штрафовали, но не изымали. Да, не изымали, потому как хозяйки не было, и мы без владельца не могли. Ну, уже, если человек не реагирует, то даже уже не изымали. Может, это заставить его. Не, он сейчас... Ранее время какое здесь? 15:00. Не больше, через 10. Напомните, пожалуйста, маршрут. УИМ, сейчас поиска конференция, завод КВДО. Четыре протокола уже составлялось. На этот раз будет изъятие. Спасибо. Спасибо. Все, выходите, я поверю. Так.